Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас стартовал новый каталог 16-й Oriflame. Он будет действовать всего 2 недели, закончится 26 ноября. И поэтому сегодня, в день открытия каталога, я сразу размещаю первый заказ и вам покажу, что я заказываю и некоторые нюансы по оформлению заказа. Итак, у меня в заказе уже лежат 3 продукта. Это подарки от Oriflame за приглашенных новичков, кошелек получаю за 1 рубль, шикарные часы за 1 рубль и чемодан. Я понимаю, что чемоданов очень мало разыгрывается, и мне буквально повезло, потому что в первую же неделю я выиграла чемодан. Это очень круто. Итак, мой небольшой заказ первый. Беру себе щеточку зубную, отбеливающую пасту, пасту для чувствительных зубов, супер тушь для ресниц Giordani Gold. Знаете, меня прям девочки в чате спровоцировали ее заказать, я не хотела. Пользуюсь с удовольствием тушью 5 в 1, но я прочитала их чудесные отзывы, восхищение и сказала, ну как же так, неужели я не попробую такую тушь? Решила заказать. Она в этом каталоге со скидкой 375 рублей. Заказываю себе соблазнительный Тауп, помаду Кушин, очень долго выбирала, какую взять. Обожаю эту помаду, она великолепная просто. 3 жидкие мыла у меня заказали тоже. Заказала клиентка, одна уже брала ранее, влюблена в это мыло. В этом каталоге оно с большой скидкой. Миша заказывает 2-й шаг витамины Wellness Pack. И 3-й шаг идет за 1 рубль. И обратите внимание, что баллы стоят как и в этом случае, так и в этом. То есть и за 2 852 балла начисляется. И за 1 рубль тоже начисляется 52 балла. Это очень круто. Нажимаю кнопочку «Далее». И здесь меня ждет еще один приятный сюрприз, так как я в прошлом каталоге сделала заказ на 50 баллов, и в этом у меня заказ более 50 баллов, компания мне предлагает на выбор один из ароматов, женский или мужской, Giordani Gold. Первый Giordani Gold Woman женский, второй Mr. Giordani. Ох, ну у меня такой соблазн, но я знаю, что этим ароматом я пользоваться точно не буду, а этот аромат у меня заказывают очень часто. Поэтому беру мужской аромат, нажимаю кнопочку «Добавить в корзину» и посмотрю, что здесь еще предлагают. Набор из 10 каталогов обязательно кладу в корзину и снова кнопочку «В корзину». Чудесно. И возвращаюсь проверить. У меня 146 баллов, а мне нужно, чтобы было 150 на одном заказе. И я добавляю по одной зубной пасте, потому что паста это такой очень продукт расхожий, постоянно его заказывают, покупают. У меня некоторые девочки приходят, сразу несколько штук берут пасты, чтобы надолго хватило. Поэтому иногда бывает такое, что даже себе не остается. Все, я довольна. Акции пока нету других акций. В понедельник опубликуют еще дополнительные акции, но я все равно буду завтра еще один заказ отправлять. У меня уже клиенты начали скидывать заказы, я их оформлю отдельным заказом. Так, доставку я оставляю на СПО. У нас доставка стоит 125 рублей. Можно выбирать также доставку курьером или доставку куда-нибудь в другое, более удобное место. То есть вы нажимаете «Получить в пункте выдачи». Здесь вы нажимаете «Тип все» стрелочку и выбираете «Постамат пятерочка перекресток», пункт выдачи постамат или партнерский офис. То есть, например, выбрали постамат, здесь вводите свой город, я ввожу свой, вы свой, и смотрите, где можно, так, у меня тут здесь и Саратов вышел, да, нужно выбирать свой город и смотреть, где удобно, в каком месте забрать. Ну, мне удобно в этом месте, я оставляю предыдущую доставку, нажимаю «Далее». И вижу, да, мне предлагают оплатить Сбербанк онлайн. Именно так я и буду делать, потому что чем хорош вот этот выбор оплаты? Я оплачу перед получением со своей, именно с личного кабинета, с карты Сбербанк, и мне начислится Сбер спасибо. Это очень выгодно. То есть сначала я заплачу 1% больше, чем сумма заказа, но зато мне потом вернется, точно не помню, то ли 6, то ли 10%. То есть это очень круто, накапливать баллы. Также можно оплачивать
по QR-коду на сайте Oriflame. Оплата долями тоже очень удобно, если вы здесь поставите точку, то он вам предложит сразу оплатить 1/4 часть заказа, то есть вот эта сумма разбивается на 4 равные части, а остальное вы оплачиваете каждые 2 недели по одной части, и вам будет приходить напоминание на электронную почту. Или можно сразу оплатить банковской картой на сайте Oriflame. Вот, можно и так, любыми способами. Можно вот так, как я сейчас просто завершу заказ без оплаты, а уже ближе к субботе я оплачу заказ. Итак, все еще раз проверяем. Партнерский офис, очень круто, все, 19-го мы ждем заказ, значит, будет распаковка. У меня наконец-то использовали скидку, потому что в прошлые каталоги почему-то забывали мне перечислять деньги, я оплачивала полностью заказ. И в результате к оплате всего 2600 рублей. Как это круто! И еще, наверное, у меня остались денежки, да, еще осталась объемная скидка, 3396 рублей. Отлично, и в следующий раз тоже использую. Завершаю оформление заказа. Вам желаю удачного каталога, всего самого доброго и успехов. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. А если у вас еще не оформлен дисконт в Oriflame, скидка 20% и возможность участвовать во всех акциях компании, то смело заполняйте форму под этим видео. Будет ссылка, присоединяйся ко мне в команду, и я с вами свяжусь. Скажу, какие первые шаги, добавлю в свои чаты, в свое обучение, и будем с вами не только дружить, но и вместе расти по карьерной лестнице. Спасибо вам за внимание, всех благ, до новых встреч!